всем добрый вечер. Это «Привет, Андрей» на телеканале «Россия». Почему я заговорил про Францию? Потому что очень много писем и звонков в нашу редакцию. Почему мы не рассказываем про удивительную французскую девочку Марион Ламалерери, которая живет во Франции, которая поет русские песни. Давайте покажем, как она это делает. В рожи пьеса «Ловушка-то отдали», песенку о счастье и о любви. Песенка знакомая, и маты простой, ой, ой, как ты мне нравишься, ой, 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 ой. Песенка знакомая, и маты простой, ой, ой, как ты мне нравишься, ой, 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 ой. Это удивительно. Видели ее? Вообще, я подписался на ее канал. А, да. Ты подписался на нее? Да. У нас в гостях, между прочим, заслуженный артист России Виктор Сорокин, бывший солист Кубанского казачьего хора. Спасибо. Спасибо. А вы про нее что-нибудь слышали? Нет, конечно, но обязательно подпишусь. Послушайте, вы про нее не слышали. Вы ее кумир. Да вы что? Она сейчас расскажет об этом сюжете. Мы побывали у нее в гостях. Она берет с вас пример, смотрит все ваши видео. Внимание. Я не знал, мне очень стыдно. Bonjour, bienvenue, добро пожаловать. Добро пожаловать к нам в небольшую французскую деревеньку. Это мой дом, здесь наш сад, наши попугайчики. Слышите, как весело они чирикают? Зимой у нас никогда не бывает снега, хотя я его очень люблю. Немного завидую жителям России, ведь у вас там настоящая зима. Снова замерло все, да разве это? Дверь не скрипнет, не скрипнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармон. Я не разговариваю по-русски, но я обожаю русские песни. В них так много характера. Они такие лиричные, но в то же время веселые. Это сочетание еще с детства запало мне в душу. Маруся, раз, два, три, калина, джорнявая девчина, саду я рвала. Ну что, давайте пройдем в дом. У нас небольшой домик, но уютный. Ему уже где-то 200 лет. Здесь у нас висят французские расписные блюда. А это картины, которые вышивает моя мама. Такой вот у нас семейный декор. Вот моя студия, где я творю и работаю. Это матрешки, моя любимая деталь в комнате. Они создают атмосферу русской глубинки. Хотя сама я, к сожалению, никогда не бывала в России. Но очень хочу к вам в гости. В рожи пьеса «Ловушка-то отдали», песенку о счастье и о любви. Песенка знакомая, и маты простой, ой-ой, как тебе нравишься, ой-ой-ой. Я постоянно слушаю российских исполнителей. Марину Девятову, Валерия Семина, Виктора Сорокина, Кубанский казачий хор. Стараюсь повторять за ними русское произношение. Ведь изначально я пела эти песни на французском. Но когда повзрослела, решила учить их на языке оригинала. Сначала много раз перечитываю текст песни, работаю над своим произношением и только после этого перекладываю стихи на музыку. Любовь к баяну мне привил мой дедушка. Он подарил мне этот инструмент, когда мне было всего 8 лет. И с тех пор я ни дня не провожу без него. А вот талант к пению у меня от папы. Мы очень гордимся, когда видим свою дочку на сцене. Кстати, мы даже не ожидали, что французскому зрителю так понравятся русские песни. Мы и сами уже запели их всей семьей. Есть в них что-то особенное. Малинка, 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 малин
И вот с нами на связи из Франции выходят Марион Ламалерири. Бонжур! Здравствуйте. Привет, Москва. Бонсуар, камон сава. Как дела? Я прекрасно себя чувствую. Как у вас дела? Тоже неплохо. Посмотри, как кто в студии у нас. Твой любимый Виктор Сорокин, Валерий Семин. Они здесь. Bonjour. Всем здравствуйте. Привет. Je suis très contente. C'est vrai que ça Я так рада. Какое удовольствие оказаться на этой программе и видеть всех этих исполнителей. Так приятно. Валер, ну что скажешь? Вот этот проигрыш, который ты играешь, вот это я придумал. Вот этот. Это я придумал лично, поэтому мне повезло. А, вот как? В 2000 году. Классно. Молодец. Moi, c'est vrai que je regarde énormément de chansons russes sur YouTube. Я много песен смотрю в YouTube, российских песен. Я много слушаю казачий хор Виктора Сорокина. Мне очень нравится эта песня, когда вы были на войне. Она прекрасна. Придется спеть. Более того, мне очень нравится Валерий Семин да. и группа Садко. Они все женаты. Я ваши видео тоже часто смотрю. Мне очень нравится. Молодец. Какая молодец. Андрей, а может быть, мы сейчас вместе что-нибудь... Сейчас, ну, Виктор, скажи что-нибудь. Я очень рад, что у меня во Франции есть поклонница. Мне было стыдно, говорят, ты ее знаешь? Я говорю, нет, ну, теперь знаю точно. Сможешь, когда мы были на войне? Марион. Фа диез у нас тональность. Ага, в соль. Как тихо граться мне льгана, как тихо граться мне льгана, что сердце не вещь свое давно другому отдано. Француженке живет русская душа. Удивительно. Послушай, мы приглашаем тебя в Россию, купим тебе билет, приезжай вообще. Приезжай, президент. У тебя столько поклонников. Спасибо, я обязательно приеду. Ждем тебя! У тебя попурри же есть, да, попурри русских песен? Oui, je vais vous interpréter да, я сыграю для вас. Каким теперь, таким остался я, орел земной, козлак лихой. Зачем, зачем ты снова так смешишься?
Ла-ла-ла.